Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас на английском архидемон открылся. Я буду тестировать, как обычно, свои составы, прокачки. Посмотрим, что там у нас сегодня за архи. Так. Призывает монстров, урон по зоне, иммунитет к разбросу, вот так вот. Смотрим дамаг ближайшим врагам. Имеет высшую так, иммунитет к стану. Давайте попробуем состав, какой у меня тут есть. Так, ее берем. Попробовать с огником. Так, тыковку сейчас мы поменяем. Я уже не помню, кем я там бегал на русском. Так, тыква, тыква, тыква. Вот наша тыковка. Попробуем такой состав. Так, собрано. Блин, не помню уже. Ладно, попробуем такой укротителя берем. Если что, потом еще разок тестанем. Так, укротитель. Тыква, укротитель. Два есть. Блин, я не помню, огника я брал, не брал у себя на русском. Так, фрейку берем. Фрейка. Так, сейчас надо все сново пересмотреть будет. Так, ведьму попробуем тоже. Так, ведьма. Укротитель. Так, укротитель раз, тыковка. Попробуем пока так, два. Стрелок уже качнем. Стрелок 3. Так, на ком у меня поставим на этого? Сейчас немножко поменяем. Не знаю, брать, не брать. Так, раз. Два. Три. Стрелок. Стрелок 4. Попробуем без огника. Это будет 5. И химку возьмем 6. Так, кого мы взяли? Кого сюда такого еще интересного взять? Давайте вот так вот. Так, тогда у нас на ведьме никого нет. Поставим вот так. Так, и на химку мы поставили все. Так, и на химку ставим.
Вроде все. Качать, не качать, в принципе, там 10%. Не знаю, смысл есть, нету. Попробуем пока так. Может, лучше героем каким-то прокачаем. Так, ну что, попробуем на тыковку заагрить. Ну-ка. Ведьма, попробуем таким составом. Попробуем первую на тыкву заагрить, если получится, конечно. Сволочь станет. Ну, попробуем сейчас таким составом. Плюс у него еще понижение идет. Возможно, надо было. Ай! Надо все-таки огника, наверное, сюда пробовать брать. Пробовать с огником, либо с вольтом ставить ослепление. Наверное, даже лучше так. У нас отхила нет, получается. Конечно, мы нормально сейчас пробиваем его, но, как видите, у меня нету отхила. Надо все-таки брать огника сюда. На тыковку не вариант. Да, на тыкву не вариант агрить. Хотя как-то странно все, не могу понять. Да, в топ мы вряд ли выйдем. Сейчас будем смотреть еще разок. Ну, в принципе, три-то мы убьем, если нас никого не сольют. Да, попробуем убрать химку, наверное, все-таки. Либо попробуем и ослеплялку сделать вольтом. Если получится. Я уже не помню, конечно, с ослеплением. Вот, видите, укротителя слили. К сожалению. Без укротителя мы тут вряд ли что-то сейчас много набьем. Но шанс у нас был очень даже неплохой. Да, видите, химку слили. Надо все-таки пробовать, наверное, ставить сюда. Ну, три убьем. Не хватает, не хватает. Поставить, попробовать вместо. Видите, даже до трех не успели дойти, потому что слились. А, что тут у нас в топе? 3, 1 и 2. Попробуем сейчас поставить сюда огнекрыло. Можно, в принципе, попробовать и вольта. Вольта мы оставим на завтра. Сейчас мы попробуем сюда поставить огнекрыло.
У нас, конечно, нету пиромага. Поставить его вместо кого? Брать Химку, попробовать со стрелком, наверное, лучше будет. Попробуем сейчас такой вариант. Хотя я тоже очень сомневаюсь в этом, но попробовать можно. Либо поставить сердцеедку, можно попробовать еще тоже как вариант. Но как видите, у меня герой проседает, то есть его надо чем-то, либо ослепление на него. Поехали, такой вариант попробуем. Ну, в принципе, для этого и делаем, чтобы тестить. Так, Химку убираем, оставляем. Хотя я не уверен, что у нас урона будет сейчас больше, но должно хватать. Так, вот такой вот состав. Агрить мы будем на Огника. Ну, плюс, как видите, у него еще есть и срабатывает. В принципе, 500-ки так и вылазят. Сейчас посмотрим, возможно, он не так часто будет нас станет, если получится. Кто его знает. Все равно герои проседают. Добивают, что ли? Странно, странно, не хватает от хила. Так, что у нас с критовых? Два стрелок. Если убрать ведьму, поставить сердцеедку, будет с отхилом, но у нас, блин, надо все-таки попробовать еще с вольтом. Как будет с вольтом? Раньше мы били его с вольтом, в принципе. Вольт ослепляет их, убивает. Тоже как вариант. Ну, тестим. Сейчас дойдем до еще одной попытки. Попробуем все-таки поставить сюда дополнительно вольта. Не видите, времени там было получше все-таки. Ну, плюс-минус, конечно, мы идем на три попытки, но все равно надо попробовать. Еще будет кого-то. Ну, вроде как бы так смотришь, урона хватает. Возможно, стрелка, но, в принципе, стрелок дамага много наносит. Фрейка тоже. Возможно, вместо Фрей попробовать кого-то другого. Видите, у меня по отхилу проседают, получается. Не хватает отхила. Возможно, опять же, это все рандомчик. Эй, тыковка. Ну, сейчас вот неплохой был заход. Блин, укротителя слили. Эх. Ну, все равно мы в топ не попадем. 288. Такое себе. Видите, тут 288, даже в топ-10 не попали. Давайте попробуем. Попробуем вольта взять. Попробовать взять вольта. Либо всех разбросать по всей территории, как вариант.
пораскидывать, чтобы не станило всех вместе. Химка, химка, химка. Ну, с Овником, в принципе, получше получилось. Все равно это не максимальный урон. Ладно, Вольта оставим, я на завтра его прокачаю. Поехали еще раз такой же состав, просто раскидаем всех по всей карте. Если, конечно, получится. Так, что у нас есть? Ведьма, укротители, тыква. Так, а ну-ка, давайте посмотрим, что у него. Вольт. Куда он 10 секунд? Ладно, попробуем раскинуть. Завтра попробуем следующий состав. Поставим Вольта для ослеплялки. Все равно, как видите. Надо, наверное, все-таки пробовать сюда Вольта. Так, попробовать Вольта вместо стрелка, наверное, даже. В принципе, нам тут разброс нафиг не нужен. Вот тыква что-то вот не отхиливает так, как должны на максимум. Паты. Сейчас тыковку могут слить. Так, кого он там, укротителя уже бьет? Да, все-таки, видите, урона не хватает. Надо пробовать, скорее всего, Вольта сюда. Даже такой вариант с отхилом. Отхила нет. Либо собирать зеленого смотрителя. Сейчас укротителя, наверное, сольют. В принципе, этот и всегда бился с Вольтом. Такой архидемон. Будем пробовать с ним. Вариантов других пока я, честно говоря, не вижу. Вот видите, даже такой же состав, предыдущая попытка была намного лучше. То есть опять укротители слили, мы даже трех не набили. То есть все-таки тут надо еще в кулдаун попадать. Миллиона. Предыдущая попытка была намного лучше. Так. Так. Смотрим, что у нас там. Вольт. Так, ожила. Так, 2 секунды. Цель ослепления. В общем, надо будет попробовать все-таки попасть
с фольтиком, только надо будет его подготовить. Этим мы займемся. В общем, пишите комменты, какие вы составы. Завтра утром или днем уже протестим или вечером. Посмотрим, что можно сделать. Всем удачи, всем пока.